Есть молоко? Молоко очень много. Вот этот хваленый аттракцион. У которого несколько уровней сложности. Напоминает оснастку какого-то старого парусного корабля. А повыше не пускают? Мы бы хотели, но не пускают. Молодцы, главное, что хотели. Ну давай, Саша, на дорогу начали годину в Дмитрию, хорошо? А если что, то завтра будет нужно, мы в клинике, я там буду уже. Я завтра с 9 до 3 буду на работе, то может РНГ надо. Наташа, что ты хочешь? Так и мне петуха наглым. Наташа, сейчас тебе тата підтолкне ще раз. А перекреститься? Зачем? На всякий случай. Вот так наши полтавские девушки перемещаются с места на место. В современных условиях, без помощи метлы и ступы. Я не смотрю, отворачиваюсь. Чудно. Да мне рассказали про этот аттракцион, специально съездил посмотреть. Очень понравился. Знакомым они вчера были. Нет, не снимай. Зачем не снимаешь? Свои вперед его корабли. Ура! Что? Отважным поем мы песню. Да. Thank you.
весьма романтично. Добрый вечер. Ты живой? Ну, слава богу. Сейчас я развернусь. Гонщик. A bit of selfie.